Так, 12 февраля 2022 год, Харьков. 21.53 по Киеву, Харькове. Сейчас я, наверное, наглядно покажу, почему не видно звезд, когда снимаешь Луну. Сейчас Луна видна прекрасно. Очень короткая выдержка. 1 к 8000. Рядом с Луной никаких звезд не видно. Теперь я... Оп! Вот она, звездочка появилась ниже Луны. Но саму Луну уже совершенно не видно. 1 к 30 выдержка. Один на 640. Поэтому, когда мы хотим посмотреть на ярко освещенное солнцем Луне кратеры увидеть, нам выдержку надо уменьшать. Сейчас у меня светочувствительность 6400 максимально для моего фотоаппарата. Но когда мы видим Луну, звезды получаются слишком тусклые. Так, уменьшаю выдержку, то есть увеличиваю. Оп! Образовались звезды, но Луна теперь выглядит как белесое пятно. Зато у нас появился пояс Ориона. Вот он, наш красавец. Конечно, качество съемки ужасное при таких настройках светочувствительности. 6400 – это запредельно много. Пошли на Бетельгейзе посмотрим. Только сегодня я про нее прочитал. Какая-то великолепная звезда, огромная. Вот она, 500 световых лет до нее. Это очень близко. И она вот-вот превратится в сверхновую. Ну, вот-вот это имеется в виду, от 10 тысяч лет и далее. Придется чуть-чуть подождать. Она огромнейшая. Уменьшаю выдержку. Не буду уменьшать выдержку. Если бы ее поставить на место Солнца, внутри этой звезды было бы и Венера, и Меркурий, и Земля, и Марс, и Юпитер. И чуть-чуть бы мы... Не достало бы это Бетельгейзе до Сатурна. Вот такая она огроменная. Пошли посмотрим на Плеяды. На Субару. На Стажары. Вот как они красиво. На экране. Уже крана практически касается семь сестер. По-моему, красота. Да, сложно навестись одновременно и на Стажары, и на кран. Но вот так, по-моему, хорошо. Видно движение, вращение планеты. Звезды смещаются относительно крана. Звучит, конечно, странно, но для наблюдателя Земли это так. Хорошо. Пошли посмотрим на Луну, конечно. При такой светочувствительности.
мало какие подробности мы там увидим, слишком мыльное будет изображение. Делаю более короткую выдержку, и мы начинаем видеть кратер на Луне. Ну, для желающих можно посмотреть предыдущий дубль, он снят. Я даже не буду дальше приближать, хотя возможности оптики все позволяют, но уж слишком будет все размазано, пиксельное. В предыдущем дубле ISO было 125, а не 6400. И там, конечно, кратеры видно великолепно. Так, хорошо. 12 февраля 2022 год. Харьков, 21:59 по Киеву, Харькове. Нам обещают 3 дня хорошей погоды. Завтра буду с утра снимать Венеру, встающую нынче уже перед солнцем, недавно еще снимал на закате ее, а теперь она опережает солнце. Ну, в общем, надеюсь, 2-3 дня поснимать получится. Прекрасный февраль, плюс 5, плюс 3 весь месяц, так что для съемок самое оно. Ладушки.